мировая общественность, она верит своим хозяевам, она верит в то, что народ и партии едины, в кавычках, как добивалось этого советское руководство. Но советскому руководству не верили, а простые американцы, европейцы, они почему-то поверили в такую глупость, что народ и режим, режимные деятели, они заодно хотят добра. Поэтому, когда Чейни показал ассамблею ООН пробирку с чистой водой, сказав, что это страшное оружие массового поражения Саддама Хусейна, то после этого доброхоты объясняли, что Чейни обманули саддамовские диссиденты, которые там нуждались любой ценой втащить Америку в войну на стороне этих диссидентов. Все что угодно, но только не сознательная воля к злу со стороны руководства. Но сейчас Соединенные Штаты делают все, чтобы разрушить свой образ белого пушистого голубя, забомбить одну страну, другую, третью, создать неконтролируемые никаким правом тюрьмы по всей акватории Мирового океана, на кораблях списанных. В общем, Соединенные Штаты работают над коррекцией своего имиджа, имиджа американской мечты. И думаю, что к середине этого века Соединенные Штаты будут автоматически восприниматься как ось зла в любом уголке планеты, а не только среди сознательного сегодняшнего элемента.